Все мы знаем знаменитых представителей школ восточного единоборства, таких как Брюс Ли, Чак Норрис, Джеки Чан. И нам кажется, что эти школы сложились в незапамятные времена. Однако жизнь предлагает нам примеры новых видов боевых искусств, возникающих буквально на наших глазах. В начале года пассажиры скорого поезда Санкт-Петербург-Москва стали свидетелями совсем новых необычных приемов единоборства. А было это так. Депутат Государственной Думы, назовем его Аркадий Блихштейн, который всегда ездит в поезде один и на этот раз купил для себя целое купе. Однако едва депутат устроился в нем, как в дверь постучали, и в сопровождении начальника поезда туда вошел осанистый мужчина с явным намерением расположиться здесь же. «Но позвольте», — возмутился Блихштейн, — «это мое купе, я полностью его оплатил». «Да, все это так», — согласился начальник поезда, — «однако в поезде больше нет мест, а ваш сосед необычный пассажир, это заместитель начальника московской ЖД Петр Иванович Мозговой». «Да хоть римский папа», — вскричал Блихштейн, — «плевал я на вашу ЖД, я депутат Государственной Думы, сам ты ЖД, сволочь нерусская, надо еще посмотреть твои документы, какой ты там депутат, а про тебя и смотреть нечего, без документов видно, что ты свинья». «Заткни пасть, а то я тебя так врежу, что ты у меня до Думы на костылях добираться будешь». «Ах так? Да я тебе так вдарю по кумполу, что будешь выглядывать из собственных ребер, как обезьянка из клетки!» «Эх, жаль, что тут в купе места маловато! А то что бы! А то бы я тебя так швырнул на пол, что твои очки в соседний вагон перелетели!» «Эх, жаль, что у тебя насморка нет! А то что бы! А то бы я тебя так врезал, что у тебя насморк бы прошел!» «Ну врежь, попробуй! А ты вдарь меня! А ты врежь! А ты вдарь! А ты врежь! А я лучше позвоню! А я тоже лучше позвоню! А знаешь, кому я сейчас звоню?» «Нет!» «Председателю комитета Госдумы по транспорту. А знаешь, кому я звоню?» «Ну?» «В комитет по надзору за депутатской деятельностью. А я тогда знаешь, кому сейчас позвоню?» «Ну?» «Начальнику ФСБ». «А я знаешь, кому?» «Ну?» «Генеральному прокурору РФ». «А ты знаешь, кто это подарил?» «А ты видел, чья у меня визитка?» «А ты знаешь, с кем я отдыхаю?» «А ты видишь, с кем я здесь сфотографирован?» И еще долго эти два солидных мужа упражнялись в единоборстве, пока усталость и забота о грядущих государственных делах не сморила их. А увидев утром выходящих из вагона двух достойных мужчин, никто бы не подумал, что еще вчера вечером они выступали в роли бойцов из школы современного российского единоборства.